Почему ты безвидник? И это... Серебро, я не знаю, что это будет, может. Сразу на разное золото придется выходить, потому что русское серебро достать это надо очень трудно. Очень трудно. Так что... Делать так, чтобы Шарик забил все голы. Чтобы мы обгорели, типа, баранина с ним, но мы будем обгореть ничего. И потом, чтобы все голы, то есть один, он должен 22 гола забить. И тогда мы огрелимся полностью до разного золота. Шатап, шатап, да, вперед, рывок, шатап, делай, делай. Опа, нет, 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 удар. Сколько? Что? Соплечник это? А, я не понял, это у меня такой сыр. Ого. Может, будет сегодня второй видос? Потому что, может, даже будет три видоса. Потому что мне не делать нечего, на улице у нас сейчас дождь, очень приливной. И на улице не понял. Так что у меня есть время, целых 2 часа, чтобы записать еще видосы для вас. Тихо, опасную передачу. Это не рот. Это не шатов, это рот. Но мы уходим в паузу, пока что нет. Интересно. Шатов создает опасный момент. Он пытается прорваться. Но шатов прорывается. Но не получается от своего же посылания. Мы уходим опять на паузу. Вот он опять, Шатов, делал ложный удар, сделал, и Шатов отбирает мяч, но он догонит гол! Мы меняем, и не, якобы меняем двух футболистов на ровное серебро, но я не буду менять, потому что реально, я сказал, ровное серебро, это... Шатов! Хейси, хейси! Лайнер, лайнер, лайнер! Шатов, 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 какой, какое забегание, удар, ой, блин, давай, Шатов же капитан Кротов, Садаев, 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 тихо, мы уже переключились ко второму тайму.